Долг платежом красен. В Управлении Федеральной службы судебных приставов прошла пресс-конференция. Подвели итоги работы за прошедшие полгода. На мероприятии побывала наша съемочная группа. С начала года судебные приставы добились взыскания долгов на сумму более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. 711 миллионов было перечислено в бюджет различных уровней. На пресс-конференции также был затронут вопрос о противодействии коррупции. Было возбуждено 2 уголовных дела в отношении сотрудников службы судебных приставов. Но здесь можем отметить то, что все эти факты были выявлены сотрудниками нашего отдела по противодействию коррупции. Кроме этого, отделом противодействия коррупции было выявлено с помощью работников управления 3 факта дачи взятки, когда должники с целью избежать определенной ответственности пытались подкупить судебного пристава исполнителя. В последнее время мошенники рассылают на электронные почтовые адреса уведомления о долгах. Приставы призывают быть всех внимательными. Официально уведомления о долгах приходят через Почту России. Для того, чтобы самостоятельно следить за своей задолженностью, можно воспользоваться банком данных исполнительных производств. Алексей Табинов, Олег Якимов, Республика.